Москвы я поехал на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних. Зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ которого находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал дома. Извозчик мой сказал, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у своего отца, простого и набожного старика, что он не допускает одних только городских чиновников, и что всякому другому доступ открыт. Через час я снова приехал к нему, и Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом, голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественно. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. По-видимому, он нетерпеливо сносит свое бездействие. Он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен историей Карамзина. Он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О правительстве и политике не было ни слова. Писал в 1829 году Александр Сергеевич Пушкин в «Путешествии в Арзру». Крюк в 200 верст, чтобы увидеть Ермолова. Для нетерпеливого Александра Сергеевича малость. Ему просто необходимо было увидеть этого человека, который всегда притягивал к себе, возможно, самых интересных людей эпохи, в том числе и его, Пушкина, друзей, многих из которых уже не было в живых. В России генералов тьма, особенно в провинции. В каждом городе чуть ли не десяток забытых за преферансом. А за Ермолова по-прежнему пьют в столицах. У князей Бебутовых за правило каждый день за обедом первый стакан вина пить за здоровье Ермолова. В салонах о нем легенды, о его храбрости, остроумии, о том, что кожа у него как слоновья, лишена чувств, о том, что он может силой духа остановить свое сердце на несколько минут. Поговаривают о том, что в молодости Ермолов видел странного незнакомца, и что тот надиктовал ему, тогда еще подполковнику Ермолову, всю его жизнь, вплоть до кончины, и что эта бумага лежит у него в ящике под ключом. Чтобы разгадать этого человека, 3 дня по бездорожью – это не крюк, это милость. Уезжая на Кавказ под стук колес, Пушкин мог повторять себе: Ермолов, ему 52, он полон сил, он хитер и храбр, он честен, он в опале, в провинции. Поникни снежную головой, смирись, Кавказ, идет Ермолов. К началу 19 века, после добровольного вхождения Грузии в состав Российской империи, независимые племена, населявшие горные ущелья, оказались оцеплены кольцом русских владений. Такое положение не могло продолжаться долго, и Кавказская война разгорелась вновь. Сначала кабардинцы окончательно признали себя русскими подданными, а за ними последовали ингуши и осетины-дегорцы. Оставалось только присоединить чеченцев и дагестанцев, населяющих горы и предгорья против левого фланга Кавказской линии. Генерал Ермолов, человек по характеру рассудительный и решительный, быстро оценил положение дел. Кавказ, говорил он, это большая крепость. Штурмом ее не взять. Нужна правильная осада. Тактика осады – укрепление гарнизонов и строительство крепостей, форпостов.
Ермолов начал возводить Сунжинскую линию и продолжение ее к Старым Таркам. Летом 1817 года было поставлено укрепление Преградный Стан, ныне станица Михайловская. В следующем году началось строительство крепости Грозная. Много лет здесь сохранялась скромная уединенная землянка, в которой во время возведения крепости жил и трудился Ермолов. Перед входом в землянку на высоком каменном пьедестале был поставлен бронзовый бюст Алексея Петровича. На крыше землянки был разведен цветник, и со стороны улицы землянка была обнесена изящной чугунной решеткой. На воротах короткая надпись: «Здесь жил Алексей Петрович Ермолов». В отличие от своих предшественников, Ермолов был совершенно лишен корыстолюбия и чрезвычайно экономно относился к расходованию казенных денег. Он тратил их прежде всего на строительство дорог, крепостей, военных штаб-квартир, лечебницы, госпиталей. При нем начались систематические работы по возведению военно-грузинской дороги. Его потомок, биограф, написал весьма элегантную и характерную для России фразу: «Редкое бескорыстие Ермолова многие люди охотно истолковывали побуждениями тщеславия и гордыни». Целый ряд трудных задач, выполненных Ермоловым в короткое время, требовал соответствующих сил, и он нашел их в «Кавказском солдате». Извечный грех российской военной кампании – приказ солдат не жалеть. Отвечать ведь чаще приходится за внешний вид, шутку, интригу, но не за людские потери. Здесь Ермолов исключение из правил. Он понимал, любовь солдата – могущественная сила, потому многое им было положено на то, чтобы поднять личность каждого из них. Солдаты ценили это и были преданы ему до фанатизма. Приказ по отдельному грузинскому корпусу. При обследовании мной областей, вверенных мне высочайшим указом и их границ, жители местных ханств принесли мне в дар несколько дорогих лошадей, головные уборы, меха и дорогие вещи. Посчитал я неправильным принимать все эти подарки, но, не желая отказать местным жителям в их обычаях, примел замел всех этих вещей от всех ханств 7000 овец и приказал передать их в гарнизоны солдатам, дабы мои братья-солдаты видели, насколько приятно мне родить об них. Для этого созданы были специальные артели, и распоряжаться перед ним туда овцами не было разрешено никому. Генерал-адъютант Дибич после своей поездки на Кавказ заметил: «Я нашел там войска, одушевленные духом екатерининским и суворовским». Ермолов, благодушный начальник для своих подчиненных, умел привязать их к себе, хотя на награды был не очень щедр. Вообще, как всякий умный русский человек, Ермолов был не без лукавства. Вот как описывает его посещение одной из крепостей очевидец. Ермолов благодарил гарнизон за доблестную службу, говорил с офицерами, ходил вокруг собравшихся солдат. Кому слово скажет, кому два, кому руку на плечо положит, кого по голове погладит. Офицеры и солдаты так и таращили на него глаза, будто говоря: «Прикажи только». В войну с горцами Ермолов внес точный расчет, планомерность, порой жестокость. Он подавил беспокойство, возникшее в Имеретии, Гурии, Мингрелии, присоединил к русским владениям Абхазию, ханство Карабахское и Ширванское. «В лес беги, моя семья, беги, жена, бегите, дети, а здесь один останусь я, нам русский враг готовит сети. Ермолов рать свою ведет, но он в лесу вас не найдет. Бегите, близок уж рассвет, спасения нет родному краю». В разгаре была Кавказская война, и на пути царских войск оказалось селение Дады-Юрт.
Главнокомандующий приказал местным жителям перебраться на другую сторону реки. Они отказались. После неравного боя в плену оказалось более 140 горцев. Возле умирающей матери нашли 3-летнего мальчишку и отдали его казаку Захару Недоносову. Мальчишку окрестили и нарекли Петром Захаровым. Более 3 лет маленький чеченец прожил у казака, поражая всех окружающих своими способностями к рисованию. Чем и обратил он на себя внимание генерала Петра Николаевича Ермолова, двоюродного брата главнокомандующего Алексея Ермолова. «Странный мальчик, Петруша. Я о своем чеченце», — писал он матери в Москву. «Он рисует все, что попадется ему под руку. Видимо, будет художник и неплохой». Петр Николаевич всячески поддерживал мальчика, помогая развиться его таланту. В 7 лет мальчика с военным обозом отправили в Москву. С тех пор Петр Захаров никогда больше не видел родных мест, хотя всегда видел себя чеченцем. Картина «Автопортрет в бурке с ружьем». Черная папаха, бурка и перекинутое через спину зачехленное ружье дает представление о Захарове горце, но уже свыкшемся со своей печалью. За портрет опального тогда уже генерала Алексея Петровича Ермолова Захарову было присуждено звание академика художеств. Но оторванный от родной земли, словно лермонтовским Цири, первый портретист чеченского народа угас рано, в 30 лет. Петр Захаров из чеченцев, которого Карл Брюлов считал после себя первым портретистом того времени. О странной закономерности Крым и Кавказ всегда были оселками для российской государственности. По кампаниям в этих регионах, по состоянию духа солдат и офицеров, проверялось состояние духа всего общества. Ермолов притягивал к себе, как писал биограф, любил себя окружать молодежью, но власть его от этого не страдала. В разное время адъютантами Алексея Петровича были будущие декабристы – Воейков, Самойлов, Фонвизин. В 1821 году чиновником особых поручений при Ермолове был назначен Кюхельбекер. Довольно долгое время Александр Сергеевич Грибоедов служил при Ермолове. И, по словам Дениса Давыдова, тот относился к нему с отеческой любовью. Высоко ценя его литературное дарование, находя недостатки в способностях к служебной деятельности, Ермолов давал ему продолжительные отпуска в столицу. Вскоре после событий 14 декабря 1825 года Ермолов получил высочайшее повеление арестовать Грибоедова и, захватив его бумаги, доставить с курьером в Петербург. Ермолов ходатайствовал о Грибоедове у военного министра Татищева. После непродолжительного содержания в столице Грибоедов был выпущен, награжден чином и вернулся на Кавказ. Однако, заглушив в своем сердце признательность к благодетелю своему, как писал Денис Давыдов, Грибоедов, терзаемый бесом честолюбия, изощрял все свои способности, чтобы расположить к себе генерала Паскевича, отправленного на Кавказ в 1826 году Николаем I с формальным подчинением Ермолову. По словам Давыдова, Грибоедов говорил: «Я вечный злодей Ермолову». По ходатайству Паскевича Грибоедов был отправлен посланником в Тегеран, где трагически погиб в 1829 году. В марте 1827 года 49-летний генерал был уволен от службы по домашним обстоятельствам. Человек кипучей энергии, огромного опыта, был обречен Николаем I на бездействие и более 30 лет прожил в Москве и Орле. Опала Ермолова произвела большое впечатление на русское общество.
многих возмутило. Даже всегда осторожный Иван Андреевич Крылов отозвался на это событие двумя баснями «Конь» и «Булат». В первой прекрасный боевой конь достался хозяину да на беду плохому. Он приказал его в конюшню свесть и там на привязи давать и пить, и есть. И вправду есть кони уж от природы такой породы. Скорее его убьешь, чем запряжешь. Алексей Петрович не раз становился объектом литературного изображения. От романтически восторженного у Бестужева и у Лермонтова до критического «В войне и мире» Толстого. У Лескова реальные черты полководца овеяны мифологическим ореолом. Легенды рассказывали уже при жизни. Одна из них якобы со слов самого Ермолова, как ему, 33-летнему, ночью явился незнакомец и сказал: «Возьми лист бумаги, перо и пиши». И надиктовал все, что должно случиться в течение последующей жизни, и заключил днем смерти. С последним словом он исчез. Притягательная литературная история. Русская литература всегда интересовалась метафизикой судеб, поэтому понятен интерес к деталям, к истории всего рода человека, ставшего символом победы. По три русского найдешь татарина. Предок Араслан Мурза Ермола, а по крещению Иоанн, в 1506 году выехал к великому князю Василию Ивановичу из Золотой Орды. Правнук его Трофим в 1611 году записан по Москве в Боярской книге. Многие другие из рода Ермоловых российскому престолу служили дворянскую службу стольниками и в иных чинах. Как правило, мужчины рода Ермоловых начинали свою карьеру военной службой в артиллерии. Отец Алексея Петровича, Петр Алексеевич Ермолов, служил в артиллерийском корпусе, но в чине майора был по болезни уволен, служил по выбору предводителем дворянства. По вступлении на престол Павла I Петр Алексеевич был уволен от службы и поселился в городе Орле. Петр Алексеевич был женат на Марии Денисовне Давыдовой, родной тетке гусара-партизана и поэта Дениса Давыдова. До глубокой старости Мария Давыдовна была бичом всех гордецов, взяточников, пролаз и дураков различного рода, занимавших почетные места в провинциальном мире. Их сын Алексей Петрович родился 24 мая 1777 года в Москве. По словам Погодина, где-то между Пречистенкой и Арбатом. С раннего детства он был записан в лейб-гвардии Преображенский полк. Детство провел в Орле у своей дальней родственницы. Там же обучался и грамоте у дворового служителя Алексея. Свое участие в деле воспитания сына отец ограничил лишь тем, что с малолетства внушал, что нужно служить со всяческим рвением и усердием. Если государю и отечеству понадобится служба, то служить не жалея ничего, не ожидая награды, ибо единственная наша обязанность – служить. Действительную службу в чине капитана 17-летний Ермолов начал в 1794 году во время волнений в Польше, где поступил под начало Суворова. Ермолов получил из рук самого Александра Васильевича орден святого Георгия IV степени, а через два года за участие в штурме Дербента был награжден орденом Владимира и чином подполковника. Блестяще начавшаяся карьера была прервана Павлом I, который по ложному доносу заключил молодого офицера в Петропавловскую крепость. Основанием для ареста послужило письмо, найденное в бумагах его брата по матери Каховского, в котором Ермолов с резкостью и несдержанностью аттестует ближайших своих начальников. По приказанию старшего чиновника тайной канцелярии, Ермолов был помещен в каземат Алексеевского Равелина под именем преступника номер 9.
Ермолов написал на имя государя письмо, в котором спрашивал, чем мог заслужить он гнев моего государя. Прочитав письмо, Павел приказал оставить Ермолова в крепости, и только спустя 3 месяца он был отправлен в ссылку в Кострому с исключением из службы. Ганди хорошо сказал, каждый порядочный человек должен посидеть в тюрьме. Чем раньше, тем лучше. Это как проверка на прочность. По вступлению на престол императора Александра I формуляр генерала Ермолова с большим трудом был найден в главной канцелярии, и по возвращению из ссылки Алексей Петрович получает в командование конно-артиллерийскую роту, стоявшую в Вильне. Тогда он написал: «Мне 25 лет, не достает войны». Участвуя в военной кампании 1805 года в составе армии Кутузова, Ермолов прославился редкой храбростью. В одном из сражений на замечание адъютанта великого князя Константина, что французы слишком близко подходят к его батарее, Алексей Петрович ответил: «Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноволосых». Подпустив врага на 50 шагов, ударил картечью и обратил его в бегство. В бою под Амштеттеном Ермолов с редкой отвагой содействовал огнем атакам конницы. Однако, несмотря на представление Кутузова, награды он не получил. Дело в том, что незадолго до сражения конная рота Ермолова, проделав 28 верст по довольно грязной дороге, прибыла в Вильно. Не дав людям и лошадям отдохнуть, граф Аракчеев решил устроить смотр роте. Заметив беспорядок в расположении орудий, граф сказал: «Содержание лошадей в артиллерии очень важно». Ермолов ответил: «Сожалею, ваше сиятельство, что репутация офицеров в артиллерии зависит от скотов». Эта острота стоила ему награды. Последним боевым делом в войне с Наполеоном было командование гренадерским корпусом при штурме Парижа. По возвращении 38-летнему генералу прочили блестящее будущее. Теперь уже сам Аракчеев рекомендовал его на пост военного министра. Но назначение не состоялось. Скорее всего, потому что до Александра I доходили постоянные насмешки Ермолова над муштрой, вновь вводимой в армию. После отставки в 1827 году Николай I назначает Ермолова членом Государственного совета. Однако генерал уклоняется от участия в заседаниях. В письме, возбудившем гнев императора, Алексей Петрович пишет: «Всю свою жизнь я провел на военном поприще, на котором не успел ознакомиться с занятиями, к которым я нынче призван. Они чужды мне и усиливают во мне лишь убежденность и горькую мысль, что я бесполезен, и поэтому не могу оправдать ожиданий моего государя. Государь, простите смелость, с которой я все подданнейше повергаю вам мою просьбу об отставке. Если перевести по Пушкину: черт меня дернул родиться с умом и талантом». Через 80 лет потомок Алексея Петровича, Алексей Сергеевич Ермолов, все-таки станет членом Государственного совета. Он был министром земледелия, и Витте писал о нем: «Прекрасный человек, образованный, умный, но у него более способностей писать, нежели делать». Впрочем, работа Алексея Сергеевича «Неурожай и народное бедствие» предвосхитила аграрную программу Столыпина. Но это уже другая история. Умер Алексей Петрович в Москве 11 апреля 1861 года и похоронен на Троицком кладбище в Орле. В воспоминаниях друг Ермолова Похвостнев утверждал, что спустя несколько месяцев после кончины Ермолова он отыскал в его бумагах таинственную рукопись,
И оказалось, что он скончался в тот самый день, даже час, как ему было предсказано 50 лет назад. Предсказана была судьба образцового российского офицера.